Вот уже совсем другое дело. Ну, дырка, конечно, там есть, если так приглядываться. Но с другой стороны, тоже она нужна, потому что совсем-то уж, буду думать. Дырка есть там, да, но есть. Есть и голову, вот это, да. Стой. Хотя ладно, пускай так, какая разница. Она может туда и сюда, морда. Сейчас перчатки же можете, да, белые? А, нет смысла. Нет, можно, можно, но смысл зачем? Вот, ну-ка, походи-ка. Угу. Нет, ну жопу, конечно, было бы хорошо бы одеть бы. Но посмотрим потом. Было бы, конечно, хорошо, потому что, видишь, она так. А может без нее? Потому что с ней это, видишь, она куда там. Так, и вот сейчас тоже с этой стороны нормально. Ну-ка, развернись с той стороны. Тут видно вот эту херовину. Ага. Ну, можно там молнию подтянуть чуть-чуть. Что? Не то, что можно. Наверное, даже нужно. Ну да. Так вот. Угу. И ноги, видишь, у тебя какие? Не знаю, у меня тоже был такой костюм. Он то ли сел, то ли чего он. Черт, знаете. Такой бы мех розовый найти и удлинить бы его нафиг. Штаны-то. Извините, пожалуйста. Неприлично. Голые. Голи не показывают. Угу. Вот. Чешется. Ну, видишь, надо штанину просто взять. Видишь, что это тут фигня какая-то получается? Штанину надо конкретно надо взять и штанину черную такую сделать просто под ногу. Отрезать к чертовой матери. Это не должны быть одинаковые. Это штаны должны быть специально для этого дела. Где-нибудь потом надо взять просто сзади, например, липучку сзади зафигачить, чтобы она не сползала никуда, ни туда, ни сюда. Чтобы это была нога. Или вообще нога должна быть со штаниной уже заранее. Что это все фигня. Ладно, согласен. Потому что, ну, это лишнее получается геморрой-то это самое. Че мы экономим на штанах? У меня трое штанов эти черных лежат, какие-то дебильные. Отлично. Тут фишка в том, что ты вот это делаешь, а сам крутись вокруг себя. Как будто тебя это самое, как будто он тебя... Ты делаешь одно, а он тебя делает другое, понимаешь? Ты... Угу. Да, борьба с ним идет. На Nike такая, да? Ну да. Ну чё, гениально. Да. Туда бы еще поставить какой-то аппарат, чтобы волосы засасывал туда. Нет, хорошо бы, если бы у него голова направо, налево, понимаешь, уже было бы хорошо. Сама бы. Мать. Но это уже другая история. Ну все, выключаю.